Самые трудные минуты они приходят на помощь и спасают наши жизни. Ни один человек в мире не сможет жить хорошо без медицинской помощи. В честь своего профессионального праздника медработники Крымского района принимали слова благодарности, теплые пожелания и поздравления. Для людей в белых халатах устроили праздник в молодежно-культурном центре «Русь». Но прийти смогли лишь немногие. Большинство осталось на рабочих местах. С профессиональным праздником собравшихся поздравил заместитель главы муниципалитета Виталий Першанов. Вы знаете, на протяжении всей жизни мы в любом случае, хоть однажды, но встречаемся с медиками. Мы рождаемся в руки медицинских работников. Мы болеем, и когда болеют наши дети, мы тоже обращаемся к вам. Когда болеют наши родители, когда знакомые, всегда, конечно, куда? К медикам идем. Профессия врача – одна из самых старейших и востребованных в мире. В самом начале жизни при рождении ребенка не обойтись без помощи профессиональных врачей. Да и потом каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. К поздравлениям медицинских работников присоединился председатель Совета муниципального образования Крымский район Андрей Юшко. Хотел бы поблагодарить вас за ваше милосердие, ваше сострадание, за спасенные человеческие жизни и сказать вам, что ваша профессия – это самый высокий пример служения людям и малой родине. Сегодня усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на развитие современного здравоохранения. В Крымском районе работает более 1500 медицинских работников. Большинство из них имеют высокую квалификацию и постоянно ее повышают. Стоит отметить, что не стоит на месте и медицина района. Приобретается современное оборудование, строятся новые и капитально ремонтируются объекты здравоохранения. Я хочу выразить слова искренней признательности, слова искренней благодарности каждому сотруднику нашего учреждения. От имени министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Федоровича Филиппова, который попросил передать слова благодарности за ваш самоотверженный труд. С праздником, коллеги! Во время торжественной церемонии лучших медицинских работников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за профессионализм и добросовестный труд. Подарком для всех гостей стали творческие номера в исполнении коллективов Крымского района.